Чай Гринфилд. Ой. Ренфилд 2023 года. И это град 2023 года. Николас Кейдж? Да, он здесь есть. Все плохо. Все плохо. Не в первый раз. Режиссер Крис Маккей. Что же нам дядька Крис Маккей с такой задумчивой, такой загадочной лицом, смотря на нас, мог предложить? Ну, у него Лего есть, да? Робоцып. Да. Звездные войны. Не любитель. Все? Как бы... What? И тут на тебе он выпускает Ренфилд. Пока бюджет 65 миллионов бакинских, сбор в США на 8 миллионов, сбор в мире на 11 миллионов. Премьера в мире состоялась 30 марта 2023 года. Час 33. Ой-ой-ой, потраченного времени. Николас Холт. Пацан... играет, он пытается что-то из себя, да, у него есть работы неплохие. А вот Николас Кейдж, дяденька, к сожалению, он тоже, он очень хорошо играет, у него отличный грим, все, да, и только за это хочется поставить фильму 5. Очень хорошо Николас Кейдж вжился в роль Дракулы. Да, действительно, если в будущем какие-то будут фильмы про Дракулу, то его можно пригласить. Но только с другим сюжетом, я умоляю. Только не Ренфилд 2 какой-нибудь. И только за это фильм получает от меня 5 баллов. Только за это. Ренфилд, верный слуга графа Дракулы, пытается остепениться в Новом Орлеане. Что-то знакомое, да? Вампирские саги. Вампир попадает в мир людей, он хочет стать таким же, как ты. Что-то уже где-то это было. Он хочет избавиться от власти вампира. Но хозяин... Понимаете, хозяина это никак не устраивает. Ему не хочется. Актеры пытаются играть, но сюжет здесь, ну, такой шлак, что просто жесть. Пытаются шутить, но не получается. Это Аквафина. Честно, ну что? Что это за актриса? Из нее актриса. Также Бен Шварц. Шохре Агдешло. Тетка дает. Ну, хотя, может быть, и дает. Но взрослая тетка, ничего такая. Брендел Скотт Джонс. Адриан Мартинес. Вроде бы на слуху, актеры на слуху. Но фильм провалился. Очень все плохо, слабенько. И только за актерскую игру можно поставить 5 баллов. Ну, не вывозит сюжет. Всем любителям Николаса Кейджа посмотреть, да, и сделать свой личный вывод. Ну, а мы прощаемся, друзья. До новых ревью в Great Review. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы Great Review в Яндекс.Зен. У нас также есть помощь автору Дэна Тайлерс. Будем очень признательны. Фильм не то, что на один раз. Ну, боюсь, что... его даже не стоит смотреть. Ренфилд. Как Гринфилд, да? 2023. Да. До новых встреч и welcome back.